казалось, совершенно такое проникновенное мужское стихотворение. Она написала очень красивую мелодию. Я, к сожалению, все аккорды, которые она играет, не освою, но попытаюсь спеть. В бессонной голове такое оригами, то ангелы поют, то демоны трубят, шататься по Москве, ходить весь день кругами и думать о тебе и чувствовать себя, шататься по Москве, ходить весь день кругами и думать о тебе и чувствовать себя. Любовь моя и боль, любовь моя и боль, ты рана наживая, ты мой горящий куст и крест и забытье, и горько, и светло мне жить, переживая присутствие твое. Отсутствие твое, и горько, и светло мне жить, переживая присутствие твое, отсутствие твое, любовь моя и боль, ты праздник и ненастье, ты жизнь и вечный мед, и смерть острие, ты в сумраке моем, мерцающее счастье, безумие мое, спасение мое, ты в сумраке моем, мерцающее счастье, спасение мое. Стишка, одно театрализованное. А, кстати, вот у меня и диски с собой есть. Видели? Понимаете, меня выгнали с работы в начале прошлого года. Ну, я решил выпустить книжку, насобирал денег. Денег насобирал немножко больше, чем надо было на платформе такой специальной. Друзей там много, как оказалось. Вот. Я еще и диск на оставшийся выпустил. Потом мы еще пожили немножко. Ну, я приглашаю все-таки приобрести. Может, я потом книжку стихов выпущу. Ну, такое театрализованное стихотворение. Вот если я в рассказике к вам апеллировал, то сейчас буду, выберу несколько человек и буду тоже к вам апеллировать. Называется стихотворение «Воробьев». Юра, не смотри так грустно. Мое любимое стихотворение. Я тебя сейчас там назначу тоже. «Зачем же вы уснули, дурачье?» — кричал Филиппов посреди спектакля, напудренный парик в партер кидая. Парик летел, как бабочка седая. Партер безмолвствовал, и лишь один Орлов метнулся прочь в панической атаке. Филиппов снял запачканный камзол и тоже кинул. Бледный Соколов схватил его, надел и стал артистом. Парик меж тем неспешно долетел до Аллы Кузнецовой и возглавил ее главу. Она преобразилась в старушку и достала свой лорнет, упершись взором в действие на сцене. А там Филиппов уж снимал порты, сорочку с кружевными рукавами, кальсоны, майку с надписью «Fuck you». Остановившись на линялых плавках, он стал похож на буря-культуриста, чем вызвал одиночные хлопки стоявшего за сценой Тишенкова. Тот вынул бутафорский пистолет, как фокусник из декольте Смирновой, решительно к Филиппову прошел и выстрелил, чем напустил туману в и без того запутанный сюжет. Филиппов замер, задрожал, завыл,
какую-то таинственную песню. Его зачем-то поддержал оркестр, доселе спавший в оркестровой яме. В партере стали тихо танцевать, сломав по ходу несколько сидений. Петров решил, что это чересчур, и вырубил на сцене освещение. Вся сцена погрузилась в полумрак. Филиппов, Тишенков, да и Смирнова с поклоном удалились, наконец. Оркестр затих, и Алла Кузнецова сняла парик и убрала лорнет. И режиссер, волокордин глотая, пошел готовить нитротолуол. Уж занавес пополз, и Полупанов в суфлерской будке крикнул, мол, конец. Но зрители все ждали продолжения. Вот тут-то и явился Воробьев. Ну и новогоднее ностальгическое стихотворение, которое, сколько я живу в Фейсбуке, там пользовалось большим успехом. Даже знакомый диктор с канала «Ностальгия» по моей просьбе прочитал и иллюстрировал. Тоже по мотивам смс-ки, которая нам всем приходит с некоторых пор. Нас вновь предупреждает МЧС про ветер до 17 мс и умоляет, будьте осторожны. Опасный снег дождем и гололед, и каждый, кто по городу пройдет, рискует пасть. Но чудеса возможны. Представь, с утра очнутся небеса с метелицей длиною в полчаса. И с птицей-тройкой, с детской той открытки, где, помнишь, с бородой румяный дед, и зайчики бегут ему во след, сверкает снег, игрушки и улыбки. А в комнате под елью голубой подарки ожидают нас с тобой. Орешки, шоколадки, мандарины. А с неба звук армстронговской трубы, по телеку ирония судьбы. Мне нравится Цветаевой Марины. И вот уж в ванной грустный Ипполит, а на плакате хитрый Айболит, и слоники плетутся по комоду. Родители танцуют свой медляк, а дед поет нам песню про варяг и ловит на транзисторе свободу. Как хочется поверить в чудеса, что пожили родные голоса, что птица-тройка в небесах промчалась, чтоб в окнах все сиял 20-й век, чтоб падал прошлогодний снег, метель мела, и детство не кончалось.